Премия «Человек года» журнала GQ всегда собирает самых модных и успешных представителей шоу-бизнеса, спорта, политики и бизнеса. В этом году церемония переехала из центра Москвы в элитный подмосковный поселок Барвиха. Смена локации пришлась по вкусу высшему обществу. Планируя следующий год, мы поняли, что сейчас хочется чего-то более камерного. По традиции ведущим вечера стал Иван Ургант, а помогали ему объявлять победителей Гарик Мартиросян, Матильда Шнурова и Филипп Киркоров. Это очень красивая церемония, очень красивая премия, очень статусная, на мой взгляд. Всегда организаторы подходят с каким-то особым вкусом. В номинации «Лицо из телевизора» победил Макс Фадеев. Композитор на премию не пришел. Награду за него получала его подопечная певица Глюкоза. Все участники мне дороги, я со многими знакома, дружу. Ну вот, Максим Александрович, знаете, как вот за родного отца, можно так сказать. Спортсменом года был признан баскетболист Тимофей Мозгов. В номинации «Женщина года» всех конкуренток обошла Полина Гагарина. 2015 год стал для певицы по-настоящему триумфальным. Ну, неожиданно, на самом деле. Я ожидал, что выиграет Полина Гагарина, а выиграла Полина Гагарина. Как так получилось? Слушайте, мне очень приятно. Это действительно какой-то ударный год. И вот то, ради чего вся московская элита приехала в Барвиху. Конечно же, не только поесть, а узнать, кто же стал человеком года. В этом году главную награду получил актер, сыгравший главные роли в фильмах «Битва за Севастополь», «Территория», «Форца» Евгений Цыганов. Так как эта номинация была последней, Евгений уже заранее решил отметить свою победу, и, выйдя на сцену, актер слегка растерялся от переизбытка эмоций и ругнулся матом. Я человек года? До свидания. Я человек года. Знаете, это такая тоскливая формулировка достаточно. Я никогда не хотел быть человеком года, я вам честно скажу. Я очень благодарен джентльменскому квартальнику. Или как называется этот журнал? Жаль, что «Человек года» отказался давать интервью журналистам. Хотя, в принципе, он уже все сказал со сцены. Короче, не ссали. Во!